или поздно они попытаются вернуть меня. Вы в команде, Джейден Ким. Хорошо видеть, что о нем заботятся. Я не его отец, я его опекун. То, что она хотела для тебя, это твоя жизнь. Вот почему ты здесь, не так ли? Это защита свидетелей. Считаешь ли ты себя членом моей семьи? Моя семья контролирует лучшие районы в городе. Что нового, молодой человек? Мне нужно, чтобы ты доказал, что не слаб. Не волнуйся, я здесь. Зачем он преследует Джейдена? Ради мести. Чем дольше мы ищем Джейдена, тем больше вероятность, что он мертв. Если я не вмешаюсь, эти идиоты его убьют. Привет, старый друг. Это было давно. Ты должен избавиться от Хэтча. Ты боишься? И убей его. Я буду тебя защищать. Убей его. Скажи мне, где горшечник, и я тебя не убью. Но в этом городе ты будешь спать одним глазом. Да. Я видел тьму в людях. Это в моем загородном доме. Удачи. Я уважаю это.